В жизни так не бывает. Почему? Да потому что не все люди могут быть вместе. Да, в каждом рассказе, в каждом чертовом журнале пара влюбляется после дурацкого поцелуя, чтобы нам было уютно. В духе Рождества, но в реальной жизни так не бывает. Кому-то всегда разбивают сердце, и это тяжело пережить.